Эй, молодой, здорово! А, Спенсер, привет, ты что здесь? Да меня в армию забирают, а ты что? А мне повестку на медкомиссию. Мне в эту дверь, пока. Давай, давай, пока. Эй, Спенсер, кто здесь? Я. Yeah. Документы есть? Ну да, есть. В 11-ю комнату пройдите, пожалуйста. Заждались. Спенсер, на основании закона о всеобщей воинской обязанности и заключения медицинской комиссии вы признаетесь годным и подлежите призыву на действительную воинскую службу в рядах российских вооруженных сил. Разрешите войти к вам на прием? Конечно, входите, мы вас уже ждем. Хотели вам пару вопросов задать. А чем вы больны, мы не можем понять. Что мучает вас в таком возрасте раннем? Жажда и исполнение желания. А вы не сходили с ума по весне? По квартире вы не гуляли во сне? Ночью вас кошмары не мучают? Мучают от случая к случаю. Любил по прихожей во сне прогуляться. Яйцами из окон людей покидаться. Болел я чесоткой и насморком сильным. И вообще я хочу покинуть Россию. Хочу стать президентом Америки. Главврач словился со стула в истерике. Да кто тебя пустит туда, дурака? Вы во мне дурака, не признали пока. И дело за малым, вот здесь распишись. И приедешь домой, циклодолом лечись. И ты от районного в месяц два раза. А ты не ты, не военно обязан. Девчонки с косичками, три пирам и накладными ресничками. Долг и зелье, и я зажил.
лука. Немытая трешка майора, ублюдка. Ждет ваш глазок в декабре по Сибири. В ночном туалете разборки блатные. Ждет стоматолог с чугунной коробкой. Стрельбище ждет, она перепонком. Хамский хай, наглый старшин. Зачем тебя проводить, ты уже не гражданин. Когда-нибудь, сегодня я с вами не связан. Сегодня я, ее я навязан.